Важная информация, которая вас очень порадует. Начиная с этого видео, мы постараемся выйти на график одно видео каждую неделю. Ролики будут выходить по субботам в 12:00 по московскому времени. А у меня все. Приятного просмотра. В сегодняшнем ролике я расскажу вам про секрет, который не могут раскрыть до сих пор. Это видео будет нестандартным. Сегодня нас не будут пугать заскриптованные темные силуэты или же лор в записках. Сегодня будет что-то куда интересней. Скорее всего, вы видели карту Game Frame и играли на ней, например, стрелялись с друзьями. И на первый взгляд, эта карта ни для чего другого не подходит. Но давайте взглянем на это с другой стороны. Большая сложность этой карты – это трудность поставить какой-то ориентир, потому что карта полностью однородна. Тем не менее, на карте есть некоторые стены, которые не имеют коллизий. Зайдя в одну из таких, мы найдем некую абстрактную фигуру. А теперь внимание, посмотрите, откуда я достал эту фигуру. Это очень важно. Если зайти в Hammer, данный предмет будет называться K01. Это означает, что он что-то открывает. И я не тяну хронометраж, это действительно важно запомнить. Далее мы идем в комнату, где есть точно такое же отверстие для ключа. Вставляя его, перед нами открывается... Что? Купи-код? Давно испытываете проблемы с пополнением баланса Steam? Ну что, дорогие мои, пора заканчивать с этим. Ведь сайт Купи-код раз и навсегда решит эту проблему. Что у нас тут есть? В это трудно поверить, но на сайте Купи-код самая низкая комиссия на рынке. По нашему промокоду RGNEW, комиссия на пополнение кошелька Steam снизится на 2%. Пополнение Steam здесь крайне простое и быстрое. Нам всего-то нужно ввести логин от аккаунта. Именно логин, а не никнейм. Желаемую сумму и все. Не нужно вводить никакие пароли или другие данные. Ваш аккаунт Steam полностью в безопасности и не пострадает. На сайте можно авторизироваться с помощью телеги или ВК и получить бонусных 50 рублей. А для главных фанатов, которые регались на сайте, действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение. А еще есть возможность пополнить казахстанские аккаунты Steam. Просто тыкаем на кнопку и готово. Калькулятор все посчитает за вас. Все ссылки на Купи-код будут в описании и закрепленном комментарии. Вставляя его, перед нами открывается 5 картинок. Как можно догадаться, это шифр. 4 загадки, которые складываются в одно слово. Начнем с самой легкой. На картинке мы видим 4 римские цифры. Изучая карту, можно иногда наткнуться на такие римские цифры. Сложив их все, можно получить 1-6, 2-1, 3-20, 4-9. Возвращаясь к картинке, понимаем, что нужно подставить цифры в нужном порядке. 6, 1, 20 и 9. Это несложный шифр под названием A1, Z26, где буквы заменяются на цифры. Таким образом, мы получаем Fate, что с латинского переводится как «судьба». Первая загадка решена. Далее у нас картинки, где изображены 4 плиты. Изначально это сбило меня с толку, и я подумал про банальную four, то есть 4. Однако это не вязалось с тем, что в прошлой загадке была латынь. Позже я заметил вот такие 4 плитки, которым изначально не придал значения. Но в обсуждениях этой карты сказали, что загадка именно тут. Если посмотреть внимательно, на плитках нарисованы полоски и квадраты, что можно растолковать как единицы и нули. Но и тут меня ждал подвох. Смотря на полученный нами набор цифр, кажется, что все просто. Однако, двоичный код состоит из 8 символов, а тут явно больше. После я попробовал взять 2 полоски за цифру 1, и мы получили такой набор цифр. Прогоняя его через переводчик двоичного кода, мы получили слово «amor», что с латинского переводится как «любовь». Полпути пройдено. Дальше будет только сложнее. Загадка, на которой изображен некий шифр, а сверху непонятный набор букв. И изначально это сбило многих с толку. Однако, если попытаться собрать из букв связанное слово, мы получим «Great Dictator». Это название фильма Чарлина Чаплина «Великий диктатор», который был снят в 1940 году. Рассказывает о возвышении простого солдата Первой мировой войны, который становится беспощадным диктатором. В конце фильма он произносит речь, которая, на самом деле, актуальна и по сей день. Очень рекомендую к ознакомлению, однако нам нужна лишь одна небольшая часть. Давайте же прослушаем ее. Как становится ясно, этот короткий отрывок идеально встает на наш текст. В нем некоторые буквы помечены красным. Из них составляется слово «море». И в переводе с латинского это означает «умирать». У нас остается последняя загадка. На изображении мы видим 2 стены и куб в центре. На карте есть скрытая комната с тем самым отверстием для ключа.
Однако, сам ключ сюда не вставляется, банально потому, что я открыл карту Хаммери, и там просто нет триггера для этого. И наступает тот момент, когда расследование заходит в тупик. Ни мы, ни комьюнити не могут понять, как расшифровать данную загадку. Далее я выскажу несколько предположений, как это в теории можно решить. Но для начала хочется сказать, что на карте есть некое граффити, которое люди начали разбирать. Однако сам автор сказал, что это просто рисунок его друга, который он добавил просто так. И оно не имеет никакого отношения к секрету. Так же, как и капибара. Эти четыре текстуры имеют название сторон света. Север, юг, восток и запад. Что это значит, честно говоря, сказать сложно. Из наблюдений могу отметить то, что у некоторых картинок есть секретные линии. Немного поясню. В сорсе, чтобы сделать прозрачную текстуру, нужно сделать альфа-канал. То есть, то, что белое, остается видимым, а то, что черное, нет. И вот если мы отключим альфа-маску, то увидим странные линии. И их значение остается неизвестным. Эти текстуры я выложу в свой телеграм-канал, ссылка на который будет в описании, чтобы вы могли попытаться разгадать это. Комьюнити выдвинуло теорию, что нужно взять ключ и поставить его так, как указывает отверстие для него, и им попытаться закрыть некоторые буквы, а потом из них уже что-то собрать. Мы пытались их как-то соотносить, но не получилось. Всего в буквах 5 гласных и 15 согласных, а значит, что-то составить просто не выйдет. Пробовали шифр Виженера с разными ключами, шифр Плейфора, шифр Вернама. Также были варианты о шифре 4 квадратов, но тоже промах. Комьюнити даже выдвинул теорию, что вся карта — это один большой QR-код. Но отсканировать его так и никто и не смог. С помощью блендера я отделил нижний слой пола, окрасив его в белый цвет. Но я также не получил никаких результатов. Итак, моя теория заключается в том, что слово, которое мы должны получить, — это «мементо». Оно идеально ложится сюда, а главное, эти четыре слова составляют фразу «Amor fati, memento mori». Как раз эти две фразы являются очень популярными и зачастую их ставят в одном предложении. «Люби свою судьбу», «Помни о смерти». Выражение идет из Древнего Рима. Вдаваться в подробное объяснение этих фраз я не буду, так как мы тут не за этим. Но если представить, что четвертая загадка расшифровывается именно так, то подставив нужные буквы в пятую картинку, мы получим слово «frame» — название карты. К слову, на правильное написание этих фраз намекает название файлов с текстурами. 1, 2, 3, 4. И, как мы думали, «Amor fati, memento mori». Загадка до сих пор остается без ответа, но это на самом деле еще и цветочки. В скором времени я выпущу вторую часть этого видео, где расскажу о похожем секрете, над разгадкой которого люди думают уже больше 10 лет. На этом моменте я предлагаю вам присоединиться к расследованию, пригласив вас в обсуждение Steam, где вы можете попытаться разгадать тайну GameFrame. А если вам понравилось это видео, то рекомендую посмотреть ролик, где искусственный интеллект создавал аддоны, или же гляньте, что вам подобрала нейросеть. Надеюсь, что увидимся.